Добрый день. Вот жители города, как вы считаете, хорошо убирают улицы? Еще кое-как чистят, но снег практически не вывозят. Вот он грязный лежит. Это вот улица Ленина, около стоматологической поликлиники. Вот такие сугробы. Большие кучи. Улица Карла Маркса тоже не убирается. Ленина. Сбербанк вообще потонул тут. Вот такие тут сугробы. Куча грязного снега. Банк не может найти средства вывести снег, к сожалению.